Можно ли продавать объекты недвижимости атмосферно, если покупатель в первую очередь интересуется ценами и квадратными метрами? Ну так стереотипно никогда не работала группа компаний «Стрижи». На прошедшей неделе она презентовала свой новый проект «Жилой комплекс «Онега». В нашем языке есть понятия, которые выделяются из привычного ряда слов. Одно из них – «север». Короткое, емкое, хлесткое. Оно властно останавливает тебя холодным, мощным толчком в грудь. Проникновенный документальный фильм о том, чем живет русский север, вместо шаблонных слайдов планировок квартир. Формат встречи с единомышленниками вместо стандартной презентации. «Стрижи» не просто рассказывают об идее, которая вдохновила их на создание «Онеги». Они делятся эмоциями с теми, кто готов ее воспринять. Самый интригующий вопрос – почему именно север? Север – это максимально честно, максимально настоящая ситуация. Там нет ретуши. Если больно, то больно. Если восторг, то восторг. Вдохновиться идеей севера креативных разработчиков нового концепта «Стрижей» сподвигло и то, что сам комплекс территориально расположился на севере Новосибирска. Мы нащупали эту идею русского севера. Это история нашей страны, нашей культуры. Как правило, первая задача, которую ставит заказчик перед проектировщиками, сколько квадратных метров можно посадить на этом земельном участке. В нашем случае было все по-другому. «Стрижи» уже не впервые реализуют свои концептуальные идеи, начав с эволюции и солнечных часов. Для нас концепция – это обязанность вдуматься в то послание, которое мы несем людям. Разработать основной посыл, этот посыл реализовать для того, чтобы те люди, которые обратят на это внимание, получили максимальное соответствие своим ожиданиям. Чтобы вдохновиться духом севера, концептуальная группа «Стрижей» дважды выезжала на север Архангельской области в музей Малые Карелы и деревню Кимжа. «Онега», она настолько точно передала вот это вот ощущение севера. Там все текло, знаете, как речка. Название, концепция, логотип, архитектура, все это бесконфликтно зашло, вот, естественным образом. Наши проектировщики, они не создавали, они рождали. И благодаря этому родилось огромное количество совершенно разумных, рациональных решений. Итак, эмоциональный посыл, который реализован в рациональных проектных решениях. У «Онеги» есть и вполне себе прагматично зримые параметры. Продажи 4 домов в первой очереди стартовали в марте 2019-го. Вторая очередь будет доступна для инвесторов летом этого года. На реализацию всего проекта отведено 2 года. Жители «Онеги» смогут проникнуться духом севера, выбрав этот посыл для идеи своего дома. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента.